Всех приветствую на канале Рухингер, с вами Денис, это Well World. Проходим. Проходим игру без лишних слов, как обычно. Если у нас по улучшениям, то, ну, ничего нового, в принципе, тут нема для нас. Можно, конечно, жизни пауку покачать посильнее, чтобы он был, но есть еще ресурсы, куда можно приложить. Пока что играем так. Первое улучшение должно быть, как всегда, бур. Бур. Короче, вчера не удержался и побывал внизу и вверху. Короче, внизу у нас есть океан, вверху у нас есть просто активатор криптоключей. И я так понимаю, вот это как раз и есть то самое ядро, которое нам позволит пройти дальше к концу стены, так скажем. Пока что такой возможности нету, надо добывать. Я примерно знаю, где криптоключи, конечно, но немного они случайным образом генерируются, так что... Так, летим на базу, сейчас будем отбивать нападение. Я их могу, конечно, раздавить просто и не париться, но это надо отключаться. Так, подключись еще раз. Стой. 16, 6. Угу. Конечно, вот это, на этот накопить бы. Я думаю, мы еще одну волну продержимся. Так, очень быстро сбегал, как я понял, на часик-два. Не-не-не, реально быстро. То есть ничего такого, то есть все законно было. Никаких прохождений. Просто я там вниз, я тебе говорю, паук быстро сбегал. Еще ж у меня ноги вот это давят. Противники на меня идут, а я их просто раздавливаю, как соплю, и все. Так что, ну, реально быстренько все было. Мне тоже кажется, что нужны ключи, чтобы избежать этого монстра. Но также мне кажется, что вот эти как раз таки ключи нужны, чтобы активировать самое ядро. Но это очевидно. Но за этим ядром, мне кажется, будет проход на другую сторону. Ну, почему-то мне так кажется. Не знаю. Надо посмотреть. Вообще, я примерно знаю, где криптоключи. Ну, по крайней мере, еще один. Но пока без боя туда не прорваться. Что теперь качать буду? Буду качать, на что бабок хватит. Я далеко залетел, и возвращаться мне далеко. Так, что у нас? Только если достанешь новую схему. Логично. Так, скорострельность прокачали. Давай, стреляем. Стреляй. Ракета пошла. Красиво. Можно ж... Я могу вот так, в принципе, от паука отключаться и давить их ногами. Притом, давить всех ногами могу. И большим монстрам наношу урон. Я вчера, когда вот это летел вниз, там активируется скрипт, который выпускает монстров. Чем ты ближе приближаешься, к низу или кверху, тем сильнее монстров активирует. Там сразу, грубо говоря, у меня ничего улучшено не было. Ну, вообще ничего. Они на меня выпустили мобов, такие, которые, ну, там, после второй волны идут там. Хорошо, так. Как-то не получилось у меня. Эй, стой. Давай уже добиваем эту шахту. Я не успею обратно. Надо лететь. Слишком... Блин, почему нету телепорта? Ракета куда-то в другое место пошла. Стой. Туда. Да нормально, щит держит. Блин, дрона нашел, конечно, вот этого. Все хорошо, но не хватает. Не хватает улучшений. Так, это мы сосем. Что, надо слазить? Может, улучшение мне доступно будет? Нет, бур недоступен еще. Блин, одной не хватает, ей-богу. Да отключайся ты над самоспасателем. Просто звучит слишком просто, нажал и все. По сути, так и есть. Да дайте мне еще одно улучшение, нет? Вот, ироды. Отключайся. Дави его. Конечно, вот это время тратится на подключение к пауку. У тебя что-то в роботе стоит, как медстанция? Вроде нет. У меня стоит защитный этот барьер, типа. Медстанций никаких не было, я не помню, по крайней мере. Вот эта шахта моя любимая. Давай сразу улучшение. Сразу бур. Надо 4 черных. 4 черных, это, наверное, наверху где-то. Опа, очки. Это то, что нужно. Смотри, сейчас улучшение. 15 скорость пулемета. Ну, такое. Ну, спасибо все равно. Я этому рад, на самом-то деле. А, это улучшение, да, улучшает, чтобы быстрее это, типа, бурил и так далее. Эй, сюда иди. Просто улучшающий луч, не больше. Этого можно и ногами раздавить. О, то, что надо. Надо только от паука отключиться. Точнее, не от паука отключаться, а чтобы раздавить их. Этих люсь. Дельфины, русалка. Огонь. Давай, родимый. Хренач по трубам. Ракета пошла. Ой, хорошо, прям сразу нашла цель. Вот. Блин, ну не хватит мне все равно. Но уже черные есть, значит, в принципе, в теории мы можем туда-сюда и прокачать эту хрень. Так что неплохо. А может, я уже смогу прокачать? У меня 14, в принципе, есть. Сколько? 29. Хватит. 45,4, да? 45,4. Это много. 45,4 это дофига. Тут улучшение какое-то будет, по-любому. Видишь, лежит уступчик, все. А, ну, наверное, орудие опять лежит какое-то.
Если будет лазерная пушка, я вообще буду просто счастливый человек. Давай, 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 к ней, к ней, к ней, к ней, к ней, лети быстрее. Башка робота, да, лежит действительно какая-то. Лазерный пулемет. Ух! От души, брат. Просто вот с лазерным пулеметом жизнь уже совсем другой, кажется. Когда лазерный пулемет выпадает, все, игра удалась. Давай уже добудем это быстренько и свалим. Давай, 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 давай. Быстренько не получится, да? Я понял, ладно, пошли обратно тогда. О, а, не, не хватит. Собачье сердце. Так, быстро подключайся. Отключайся от аппарата. Этих всех давим, просто давим. Ракета пошла. Красиво. Давай, давай, давай. Жду тап на скорость пулемета плюс 15. Бесполезен он. Согласен. Вообще, просто туфта. Теперь туфта. Но если бы не выпал, было бы прикольная тема. Все равно, нифига себе, поддержка была какая. Черные, да, мне не хватает вот этих синих. Полетели в паук. Может, сейчас хватит? 44, одного, походу, не хватает. 45, блин. Это просто издевательство, я считаю, над людьми. Над людьми издевательство. Просто одного не хватает. Это что такое вообще? Вон они, то, что нам нужно. Сюда. Ну-ка. 35 к эффективности бурения. Ой. Чё за тема такая бархатная? А, сейчас уже прилетят. Ну ладно, пускай. О-о-о-о. Вот это вообще тема. Давай, подключаемся. А, у меня ж лазер есть. Теперь только розовые. Реально? Розовые. А где розовые? Розовые. Розовые вверху находятся. Розовые находятся вверху. Ну, сейчас вверх полезем, значит. Сейчас я туда буду шахту и полезем вверх. Сейчас полезем вверх. Что поделать? Не, ну бурить нифигово, конечно. Что за улучшение? Док-станция, шляпа. Ой, куда ты залез? Ладно, ладно, залез, бог с ним. Давай. Нет, плазменный бур дальности не надо. А вот скорости пускай поболее будет, базару нету. Нет, отсоединись, отсоединись, отсоединись быстрее. Давай, надо еще это успеть. Давай, 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 давай. Успеем, 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 успеем. Это тоже успеем. Красава, красава. Молодец, молодец, Вася. Васечка, умничка. Что тут, прокачать что-то можно? Дальности? Ну, дальность качать не будем. А вот лазерный пулемет я бы прокачал. Хотя бы к скорострельности. Потому что сейчас прилетит то чудо. К разбросу пускай дрона будет, да. Отключайся, сейчас пойдем вверх. Сейчас придет то чудо, которое меня будет пытаться убить. Но я думаю, у него это не получится нифига. Здорово, Васечка. Лови-ка ракеточку. Ага. Хрен ты угадал, да? Ой, сдох. Василий. Вот и все. Так, попутно будем тоже шахты, если будут, будем в них залазить. Да-да, ракета же у меня еще прокачана. Нормально так, хорошо бахает. Согласен с тобой. Отключайся. Хо-хо, уже как по часам. Плюс 10 урона от каждой пули. Но это не для моего улучшения. Вот для лазера дайте мне такое улучшение, я буду счастливым человеком. Неплохо тогда шахту добыл. Эй, сюда. Давай дальше. Погнали. О, май гуднес, это просто. Ты видишь, что он это пишет? 20 эффективности бурения. Сейчас просто будет. Вот это мне повезло. А, кстати, я не заметил разницы, в принципе. Ну, здесь не заметил, а кое-где подальше замечу. Игнорируем пока их, игнорируем пока их. Собираем это дерьмо, чтобы сюда второй раз не пришлось идти. Собери, 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 собери. Все, садись, паук. Ракета пошла. Отключись, красава. Сюда можешь подключаться, базар нет. Ракета еще пошла. Улучшение какое-то нашел. Ловите, парни. Где еще? Там где-то идет кто-то. А, летающая. Летающая собачка. Ну, типа того, да. Сейчас будет попроще копаться, конечно. Отключайся, давай быстро. Что пишет? Не выдержал, начал бить киркой по стене со всей силы. В итоге кирка застряла в отверстие, из которого лилась вода. Как я не пытался ее вытащить, бесполезно. Зато стук прекратился. Да-да. Стучал, говорит. Сначала, что он начал в ответ стучать, потом начал киркой херачить. Лилась вода.
Да, 51-й день, а 53-й. А 53-й он пробил киркой и пошла вода. О, как. Ну, может быть, а может, ну, не прям вода, знаешь, вода как таковой. Может просто, ну, есть же в шахтах вода, вот. Может здесь то же самое, может это реально... Реально, может это просто... Ну, такая огромная шахта, боковая, я не знаю, ну как это. Ну просто в шахтах есть вода, как бы, это нормально. Так, что там? Подожди. Ну вот там, где ты был, улучшение нашел, там тоже вода была с пещерой. Точнее. Ну, да, вот это вот как, где робота башка лежала. Блин, ну не скажу, что лучше стал добывать, но вот эти раньше он не так быстро добывал, как сейчас. Сейчас прям так, бодренько. Ну, я в процессе. Я в процессе этого события. Вкачивание бура. Сейчас, если бомбомет найдется или кластерная пушка, будет вообще тема. Потому что полетят упыри. Блин. Вы меня балуете. Это для этих, для таких, как шариков таких. Блин, меня эти собаки напрягают за окном. Бур я в процессе. Бур я в процессе. Но видишь, надо и красный найти. Я не помню, где красный. Сверху вроде, да, были? В этой, в замороженной шахте. Давай уже быстрее. Куда ты закинул их? Давай уже добьем эту шахту и поехали. Давай, давай, добивай, 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 добивай. Садись. Вот, пошли эти козлы. Огонь по этому. Красиво. Ну, типа того, только другое давай, вот это. Так, что я там, не могу ничего прокачать? Не, синий я хер пойму. Так, кластерному гранатомету прокачать бы наводку, чтобы я видел, куда стрелять. Или области взрыва гранат. Лучше области взрыва, конечно. Это пока ладно, пускай останется так, как и есть. Сейчас тут посмотрю. Наверное, вот это качну еще дополнительно. И дрона прокачаю. Пускай дрон фигачит. Так. Так, надо быстренько найти какой-нибудь секретик. А для этого придется копаться вот таким образом. Опа, опа, чертеж, чертеж какой-то нашел чертеж. Боевой конденсатор позволяет бить разрядами электричества, которые перескакивают с одного врага на другой. Вот это уже намного интересней становится. Вот это прям меня прям заряживают меня капитально, нифига себе. Какие-то заряды электричества, позволяющие перескакивать с одного противника на другой. Надо будет посмотреть обязательно, нифига себе. Давай, давай, отключайся, поехали дальше. Не тяни резину, господин. Сейчас по улучшениям гляну. Касаемо вот этой штуки. К разбросу, да. Нет, мне это надо. Опа, старец. Здорово, старец. Что скажешь? Если подумать, то в каком-то смысле меня не существует, как и тебя. Ты на самом деле не ты, а тот, кто смотрит по ту сторону. Ломает в третью стену. Я понял. Давай успеем добыть. Огонь со всех стволов, елки-палки. Так, что тут? Давай, босс, с тобой. Опа, летит Маша. А ну-ка, по Маше ракета, если я стрельну. Ой, померла Маша. А, их тоже можно убивать, надо просто в эти стрелять. А я не знал. А я не знал, прикинь, как их убивать. Я думаю, блин, они только с гранатомета убиваются. А оказывается, надо по этим, по красным стрелять у них. Как у того зверя, который прилетает. Я вообще просто в натуре шок. Да, по фиолетовым вот этим напухлостям. И все, она как бы умирает. Блин. Я думал, их только гранатометом можно убивать. Гранатомет же бил по области, поэтому они и умирали. Ну-ка там полежи пока что. А я пока пососу. Я пока пососу, а ты пока полежи. Вы нашли бомбу. Шляпа это. Вы мне, я сам как бомба уже. Надо вверх дальше идти, надо идти вверх. А что, мне там могу еще прокачать что-то? Вот пулемета, допустим. 20 к разбросу. Отлично. Превосходно. Я рад. Давай забуривайся, я тут пока подержусь. Так, по осам тоже стреляй. Хорошо, хорошо, хорошо. Бьешься вообще прекрасно. Мне очень нравится. Так, по тем тоже дурачкам. Ага, красава. И по ближайшим. Ля, не попадает. Где еще? Там где-то, да, идут? Блин, драгоценное время тратится. Красава. Я еще не добрался до красных. Улучшение, где улучшение? Дайте улучшений. Блин, надо красную срочно искать, чтобы прокачать бур сильнее. Давай, 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 успеем добыть. А не, не успеем, а тут ее офигеть сколько еще. Ладно, сколько тогда успею? Все, хватит дурковать. Отключайся, отключайся, отключайся. Ракета пошла. Давай, этого раздавлю. Красава. Самая быстрая.
Самое быстрое моя нападение. Прикольно. Все, добываем, все, давай, 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 давай. Давай, здесь тоже есть что-то добыть. Все, добываем. Все забираем, сдаем. Еще летим, там еще было. Охренеть тут. Товару на миллион. А можно как-то это все с собой вот так вот забрать, чтобы мне сюда потом не возвращаться? Нормально. Так, отсоединяйся, отсоединяйся от паука. Еще по улучшениям пройдись. Касаемо... Да, вот это. Нормальная тема. Нормальная тема. Во! Лазер будет улучшен, я и этого загашу, козла. Так, сюда, давай. Успеем еще прокопаться даже. Успеем даже еще прокопаться. Опа. Здорово, черт. Хотел бы вернуться в свой задротский замок, но мне нужно найти больше костей зайрексов. И зачем мне вот этих вот встречать каких-то дурачков? Я не понимаю. Ну-ка, ракета пускай им там погреет немного их. Так, по этим давай. Ага. 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 Хорошо, хорошечно. А этих просто давим тупо. Ага, ко мне летишь, да? Не угадал ты, парень. Получай, слизняк. А здесь могут быть чертежи, понимаешь, Сэвич? Здесь могут быть лежать чертежи. То есть, ну нельзя забить. А я потом не вернусь, меня замочат уже. Все равно, оно в принципе... Я никуда не тороплюсь, растягиваю удовольствие, я понял. Ты себе не скачивал эту игру, не? Во! Схема, видишь, лежит. Схема лежит. Боевой конденсатор второго уровня. Урон плюс 50, частота разрядов плюс 30. Разрядка, что-то там, короче, хрень какая-то. Вот, это то, что вот я как раз таки ищу. Давай, давай, посасывай, посасывай. Все, сдавай. Сдавай, 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 быстрее, хватай. Садись в огнемет. Огонь по этим чучелам. А все, начался ледяной, так что сейчас красный, мне кажется, будет уже. Ну-ка, забуривайся. А что, еще улучшения не открылись? Никакие? Так, нет. Кластерный гранатомет, да, он мне не нужен, по сути, в таком случае. Это что, дальности плазменного бура? Да мне дальности вроде хватает, как бы. Эффективности ремонта. Давай к эффективности ремонта, бог с тобой. Это что такое? Скорости перезарядки, давай, ладно. Да мне дальность, она нафиг не нужна. Ракета пошла. Опа, могилка какая-то. Мара Керст, Страж Пустот. Возвращаю тебя в толщу, прощай, любимая. В толщу. О, нашел красные! Твою мать! Слышишь, я красные нашел, а мне не хватает теперь. Мне надо 80. Сука, я на улучшение потратил, блин. Что за удача, я не понимаю. Вот чисто. Чисто на удаче. Ну да. Ой. Опа, еще схема. Я даже ожидал уже. Индукционный усилитель. А, это который вот этот синенький. Индукционный усилитель. Нормально. Но видишь, оно... Когда не ждешь, оно приходит. Ну, схема это, конечно, вообще самый топчик. Самый жир качать схемы. Давай, надо собрать это все дерьмо. Хорошо, ракета прилетела вообще. Так, я там все пособирал, да? Все равно не хватит, да? Ладно. Ну, посмотрим, конечно. Друг. Друг. А, 80 надо. Понял. 80 надо. Да, вчерашний размен был на третьем боссе. Ледяные начались. Вот, зараза. И кристаллы начались. И это началось. Офигеть просто. Полетел я, короче. Прокачал, да, походу? Вай! Плюс 50! А теперь надо 150 и синие. А я не помню, где какие синие там. Так, умирай, умирай. Умирай, фраер. Все, я прокачал бур. Сейчас и эта Люся придет. Ёлки-палки. Ну что, придется принимать удар. Ракета пошла. Так, отходим, 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 отходим. Надо этих еще убивать. Че, попало в меня, что ли? Да ты, зараза. Пройти дай, пройти, пройти дай, пройти. Так, этих тоже надо убивать. Друзей. Так, обратно давай, ладно, бог с ним. Ракета пошла, ракета пошла, ракета пошла. По сути, если сейчас я ее одержу над ней победу, эти тоже помрут. Нет?
О, чуть ли не сдох. Чуть ли не сдох. Вай. Мог умереть. Ну все, пережил теперь. Теперь надо дальше копаться как-то. Какие те? Еще тут до хрена сейчас будет. Ну хотя бы второе нападение пережили. Третье вряд ли, конечно, переживу. Слишком еще не прокачаны усилия. Если прокачать паука, жизни ему. Вай. Да вообще мне будет. Голубые вроде в самом низу, если не ошибаюсь. Да, не снизу. Возвращаюсь в родную гавань. Огонь. Огонь. И туда тоже дай. Ракета пускай туда идет. Ага, хорошо. Отлично просто. Чё? Типа прокачка розовых слева, значит они вверху. Зеленые между... Все верно. Ну, вообще, сейчас надо... Сейчас задача искать криптоключи. Нам нужно 5 криптоключей, чтобы продвинуться дальше в игре. Открыть вон ту хернюшку. Потому что внизу ничего нету. Только криптоключи нужны. Криптоключи могут лежать вообще где угодно. Примерно я знаю, конечно, где, потому что... Они обычно в таких вот, типа, как старец лежат в пещерах. Ну, может быть, и в обычной лежать. Ледяные тоже здоровые, конечно, пещеры. Я-то урод. Давай, давай, домой, 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 лети домой. Блин, надо так не засиживаться. Хоть там и отстреливается, как бы, дрон. Ой-ой-ой-ой-ой. Понеслась душа в рай. Отключайся от шахты, отключайся, дурик. Не-не, мы... Я урон не собираюсь принимать. Лови обратно. Ладно, я с тобой согласен немного в этом плане. Но это долго будет. Но это будет долго. Потеряем, возможно, даже время. Сколько мы прошли вверх-то? Ракета пошла, пускай их там встречает. Она бессмысленна, смотри. Она только мне время теряет, видишь? Вообще просто, ни о чем. Так, а что я там еще? Сейчас просто гляну. Ну как просто, прокачаю, может даже, если что-то будет. Так, дроны я качать не собираюсь. Бомбометы не собираюсь. Бомбу я тоже не собираюсь. А если еще пауку скорость прокачать? Как он будет бегать, интересно? Наверное. Блин, надо ее прокачивать по-любому, чтобы вот так вот путешествовать. Да-да. Тут как бы все надо прокачивать, чтобы пройти эту игру, надо, мне кажется, фуловый прям паук такой, чтобы был полностью закачанный. Иначе просто будет... Где-то будет да не хватать. Сейчас еще братва прилетит. Видишь, какие уже пошли? Жесткие. Жесткие пошли. Да надо ракету брать. Какой пулемет? Чертежи, дайте чертежей. Дайте чертежей, пожалуйста. До хрена здоровый, а смысла нету. Так, на нижний этаж спуск, отлично. Давай, надо все добыть, надо все вот это успеть добыть. Красава, 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 красава. Это сюда, вниз, пускай летит. Это тоже притяни. Все, полетели на базу. На базу, быстрее, 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 быстрее. А то будет все печально. Все, подсоединяйся к пауку, подсоединяйся к пауку, ракета пошла. Отсоединяйся, 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 отсоединяйся. Стреляй, 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 дурик, стреляй, убьют же ж, убьют, убегай. Ты куда, горилла, иди сюда. Надо пулемет прокачать вот этот, конечно. Да ты насоздавать можешь и хоть миллион, Вася. Ништяк. Все, можешь подключаться, в принципе. Здесь остались только додики. Давай, 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 давай. Давай, 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 сразу отдай и все. Бог с ним, что в этой шахте ничего такого нету. Зато для сука ресурсов. Нифига себе, просто. Просто их тут миллионы. Все, ни в чем не нуждайся больше. 143. Можно что-то прокачать для этих? Для лазера. Урон. А, скорострельность. Ладно, давай, я позволяю. 84.
Вот на это надо, да. Базару нету. Базару нету. Надо это прокачивать. Урону будет больше, будет их так фигачить. Давай, давай, давай. Успеем. Успеем дофига еще добыть, давай. Схема еще одна. Глубинный сканер. Опа. Подожди, что там написала? Получает возможность получить доступ к аномалиям. Это значит к чертежам дополнительным или чего это? Да иди сюда ты. Все, летим, 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 летим. Летим, отключайся сразу. И, не, улучшение. Плюс 25 к каждому выстрелу. Отключайся от этого паука ссаного. Давай, давай. Все, вниз идем, вниз идем, вниз идем, вниз идем. Дай-ка я еще починю паука. То мне не нравится, когда у меня жизни недостаточно, по моему мнению. Этих просто давим. Здорово, чучело. Так, а я там шахты, да, пропустил некоторые? Было ж такое? Когда шел? Нет? Или я сейчас фигню делаю, да? Блин, я сейчас фигню делаю. Ладно, бог с ним. Блин, затроил, конечно. Ну ладно. Да ладно, эти надо. Чертежи. Если чертеж найду, я не зря здесь копаюсь. Время еще есть чуть-чуть. Я думаю, он будет говорить, если тут аномальные объекты. Я думаю, это чертежи или ангрипрейда. А, это ты за этот? Что-то. Сканер второго левела, я понял. Но пока сканер у меня не прокачан. Его надо, во-первых, прокачать. Пока что я на своем обеспечении, так скажем. Так, надо сдать, пока я поблизости, чтобы, если что, вторую захватить. Эй, сюда иди. Ни одной не упущу. Слишком мало времени. Надо, конечно, стелс-пластины. Базару нету качать, Сэвич. Но столько надо всего прокачать тоже, блин. Я просто с этого в афигах. Летим обратно, да. Я уже почти прилетел. Подождите, не атакуйте. Все, я уже почти на месте. Горилла идет. Горилла убежать надо. Горилла сносит много дэмэджа, очень много наносит. Погорели, 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 огонь. Ага, хорошо. Блин, если такие гориллы будут бегать, когда я буду там, а... Давай, 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 полетели, 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 малыш. Мне подозрение почему-то, что в такой шахте должен быть криптоключ. Ну, не в этой, может быть, но вот типа вот такого плана. Так, идем дальше, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Давай добурим уже эту шахту и свалим. Все, погнали, погнали, погнали на следующее. А что? Все? Все потом окупится, ничего страшного. Отключайся. Что-то могу еще прокачать? 65 скорости поворота, плюс 10 к разбросу. Но это мне не особо надо. Вот эффективности ремонта. Сколько? Ладно, покупаю. Давай дрона тоже закачаю. Пускай он помогает тоже нифигово. Давай, просто забуривайся, босс с ним. Собери, собери, собери и сваливай. Блин, опять эти синие попались. Покойся с миром, Фрэнк. Ты был мне больше, чем друг. Но твою рубашку я прохороню вместе с тобой. Опять я облажался. Ну-ка, сколько? Где бур? 4. Стоп. Опять я облажался. Ты уникум. Да, главное сейчас на минуте вот будет, которая будет выжить. Надо чертеж успеть найти, слышишь? Бог с этим буром в натуре. Если будет здесь какой-то чертеж, если я даже я умру, будет все не зря. Чертеж! Сейсмический генератор создает вибрацию, которая медленно разрушает блоки в небольшом радиусе от паука. Нихерово. Бог с ним, что не от большом радиусе на паука, но это уже. Нифига себе. Просто! Я просто счастлив, твою мать! Я просто счастлив. Просто он тут для меня хранился, ждал меня, ждал меня. Вот это спасибо, вот это я... Вот это благодарность, так скажем. Теперь и сдохнуть не жалко. Все. Сейчас этот придет, чепушила. Будет меня убивать. Ну, мы ему тоже не сдадимся, нифига себе. Ой-ой-ой, прям опасность, прям такая опасность. Вот он прилетел. Что-то подозрительно, почему он не раскрывается? Твою мать! Все, я труп, да, получается? Че, третья волна, все? Тебе не дают, да, шанса? В принципе, нормально. Так, ну тогда на этом моменте мы с вами прощаемся со всеми, в частности со Сэм.
Все, да, пластины я прокачал посильнее, теперь будет подольше должна быть волн. Да пофигу. Пофигу. Скорость. 17 тысяч в следующий раз. Ничего страшного. Крюк или буст? Давай крюк попробуем, посмотрим, что он вообще даст. Ну все, давай, сейчас встретимся. Спасибо всем за просмотр, кто посмотрит записи. Все, всем пока.